Меня окружило множество собак, потому что мы приехали в Карлукский приют. И это далеко не все его обитатели. В общей сложности здесь живет около 700 собак разных размеров, возрастов и окрасок. Некоторых отлавливают в городских районах, других привозят хозяева, которым стало сложно самим содержать собаку. Средств, которые выделяются на уход за собаками, постоянно не хватает. Поэтому в приюте все время работает группа волонтеров. Такая ситуация в приюте происходит из года в год по той причине, что наступают морозы, и физически нужна помощь в приюте каждый год. Подготавливать приют к зиме, обеспечивать его постоянным снабжением. Кстати, приюта 3 человека, которые каждый день должны приготовить на 700 собак, накормить их, а потом еще и убрать за ними. Естественно, что рук просто не хватает. На чистку одного такого вольера уходит порядка часа, а то и двух. А здесь их целых 700, представляете? А волонтерами сюда приезжают в основном девушки. Так что я сейчас обращаюсь к сильной половине нашего города. Пожалуйста, приезжайте, помогайте собакам, сделайте доброе дело. Помогать можно не только физически, но и материально. Собакам постоянно нужен корм. Хлеб и крупы – это основной рацион. Но и без мяса зимой они вряд ли бы смогли выжить. Это мясной склад. Вы можете увидеть то, что запас продуктов есть. То, что он до такого объема хватит где-то на 2 недели, плюс-минус, чуть больше, чуть меньше. В зависимости от холодов мы добавляем приготовки мяса больше. Ну и хочется сказать, что это все помощь от неравнодушного населения. Также вы можете сделать денежный перевод. Все реквизиты указаны в официальной группе приюта ВКонтакте. К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой, что в разных социальных сетях бродит разная информация, дезинформирующая население о том, что проходят сборы и не всегда указаны верные реквизиты. То есть единственные общие реквизиты, они указаны в группе ВКонтакте. И вся полная достоверная информация только в ней. То есть в Одноклассниках, Фейсбуке и прочих социальных сетях, там, в Инстаграме, люди, которые собирают, мы не можем отвечать за достоверность, за то, что это будет донесено до приюта. Любую из собак вы можете забрать к себе. Все они контактные и неагрессивные. И каждая из них хочет обрести свой дом. Но пока их дом здесь, в Карлукском приюте для собак. Олеся Чернявская, «Утренний коктейль».